Здравствуйте! Мы рады вас видеть вновь в нашей студии Пилатеса Аквамарин. Сегодня у нас не совсем обычная тренировка. В ней будет не столько много движений, но они колоссально полезны для вашего здоровья, поскольку голова и шея – это ваша жизнь. Итак, расположитесь сидя, удобно. Вы можете использовать стул, мячик, просто скрестив ноги, или сесть так, как удобно вам, чтобы не было напряжения в шее. Важно, чтобы при этом ваша спинка оставалась прямой. Угу, хорошо. Дыхание спокойное. В пилатесе мы используем среднегрудное дыхание. Если вы с ним знакомы, пожалуйста. Итак, первое упражнение. Повороты головы. Сохраняя ось позвоночника, вы поворачиваете голову вправо и в центр, влево и в центр. Еще разочек вправо и в центр, влево и стоп. Движение головой параллельное полу. Штамп лица, как будто вы оставляете отпечаток, и штамп затылка. Движение вперед и назад. Очень часто люди двигают головой в какой-то неправильной плоскости. Стоп. Хорошо. Опустите голову вниз, кивните головой. Да, расслабьте мышцы шеи. Хорошо. И плавные круги в сторону вправо, вверх, не запрокидывая голову, влево и вниз. И в другую сторону, влево, вверх. Вправо и вниз. Хорошо, сесть ровно. Я вас предостерегаю от резких движений головой. Пожалуйста, если вы делаете дома какие-то подобные упражнения, никогда не делайте их резко и с большой скоростью. Следующее упражнение. Мы выводим руки в стороны и расталкиваем как будто невидимые стенки, а упираемся ладошками в стены. Угу. Проворачиваем кисти вниз и вверх. Еще разок вниз и вверх. Вниз и вверх. Оставляем пальчики внизу, хорошо, и сжимаем по одному пальчику мизинец, второй, третий, четвертый, большой кулак на себя и опустить вниз, растянув пальцы как можно дальше. Еще разок кулачок и по одному пальцу, угу, и вниз. И еще один раз по одному пальчику кулак вверх и вниз. Оставить руки в этом положении, еще раз развернуть ладошкой, пальцы смотрят в потолок. Маленькие кружочки, очень маленькие, это движение от плечевого сустава. Вы выталкиваете невидимые стены как можно дальше от себя и в другую сторону. Этот нехитрый комплекс можно использовать, когда вы много сидите и работаете за компьютером или в каком-то неудобном положении. Хорошо, руки поднять вверх, потянуться в потолок, сделать большой вдох и лопатки скользнули вниз, выдох. И еще дотянуться до потолка, вдох и лопатки вниз, выдох. И еще разочек вдох. И выдох. Вытолкнуть руки перед собой. Хорошо. Маленькие кружочки внутрь. 3, 2, 1. Наружу. 3, 2, 1. Оставить только правую руку. Вытолкнуть максимально из себя. Захватить 4 пальца. Потянуть. Захватить большой палец. Пальцы веером потянуть. Другая рука. Вытолкнуть левую руку максимально из себя. 4 пальчика. Большой палец. Пальцы опустить. Руки опустить. Сделайте спокойный вдох, спокойный выдох. Мы сегодня предложили вам часть комплекса очень простого, но очень полезного. И мы вам его рекомендуем использовать и дома, и на работе, особенно если вы вынуждены сидеть долго в какой-то неудобной позе. На сегодня все. Оставайтесь здоровыми и красивыми, будьте бережны к себе. Ждем вас снова в нашей студии Пилатес Аквамарин.